Всем большой привет! Рада приветствовать вас на канале Marabu TV. Сегодня расскажу вам о наборе акриловых красок Colorado Gold. Это глянцевая декоративная краска с металлическим эффектом. Она подходит для абсолютно любых поверхностей – дерево, пластик, стекло, пенопласт, глина, бумага и даже камень. Чем она прекрасна? А давайте расскажу. С этой серией красок очень легко работать. Она очень экономичная, с интенсивной глубиной цвета, атмосфера и светостойкая. В наборе вы найдете брошюру с описанием набора, а также советы от дизайнера о сочетании красок с другой продукцией Marabu для создания потрясающих эффектов. Для удобства работы в наборе подобрано три цвета, идеально сочетающие между собой. Это розовое золото, металлик и палладиум. Давайте попробуем их. Декорируем пластиковую фоторамку по аналогии с тем, что предлагает нам набор Colorado Gold. Начнем с цвета металлик. Если вы наносите ее кистью, то видны мазки, поэтому используем это в качестве первого фонового слоя. Далее используем губ. Цвет становится более насыщенным и ровным. Цвет отличается от цвета, указанного на упаковке. Он более приближен к темному цвету палладиума. Давайте теперь попробуем его. Смотрите, какой насыщенный темный цвет, очень красивый. Используйте кисть для труднодоступных мест или там, где нужна аккуратность. Палладиум за счет своего цвета отлично ложится даже кистью с первого слоя. Поскольку все цвета металлические, цветопередача немного отличается. Но я стараюсь показать вам эти оттенки максимально объективно. Откроем баночку розовое золото. Цвет также немного отличается от упаковки. В упаковке он представлен более конфетным. В реальности же за счет металлического блеска он более серый. Наносится также с первого раза, но все равно штампуем немножко губкой. Мы задекорировали нашу рамочку полностью. Давайте сравним с брошюрой. Как я и говорила, на брошюре цвета немного светлее и более конфетные. Но это нисколько не мешает выглядеть нашей рамочке потрясающе. Очень красивый металлический эффект. Вставьте в нее свою любимую фотографию и украсьте свой дом этим необычным элементом. Я пойду искать новые наборы для обзоров, а вы приступайте к творчеству. До новых встреч! Всем пока!